Недельная глава Ваишрах. Ваишрах Яаков Малахим Лефанав. Яаков послал посланников впереди себя, Эйсав Охив, к его брату Эйсав, Арцу Сеир, землю Сеир, Сдей Эдем, поле Эдома. Для чего он это сделал? Яаков возвращается в родные края. И он понимает, что он может встретить Эйсава. И он хотел послать ему увидеть его отношения, увидеть, что он может сделать, чтобы задобрить его сердце. Вайца Вейсом Геймер приказал им, говоря, «Кейсе имрун гаадени Гейсов». Так говорите моему господину Эйсаву. Кей омар абдехо Яакев. Так говорит твой раб Яаков. Почему такие выражения моему господину? И так говорит твой раб. И обида Эйсава на Яакова была, что он стал, как бы, он стал важнее его. Так Яаков специально подчеркивает моему господину Эйсаву, что он относится к нему как господину, а так говорит твой раб Яаков. Им ловон гарти, с Лаваном я жил, воихар адото, я задержался до сих пор. Раши говорит, с Лаваном я жил, но тарьяк мицвот я соблюдал. В конце главы Толдот ведь написано, когда Эйсав может подняться против Яакова, когда потомки Яакова или Яаков сам не будут идти по Торе, а я живу по Торе. Баили шер вахамер. У меня был бык и осел. Он имеет в виду только один бык и один осел. Название вида. Цом веэбет вешифхо. Мелкий скот, рабы, рабыни. Почему он подчеркивает именно это? Обида Эйсава была на благословение, которое папа Исхок дал Яакову. Что он говорит? Из росы неба и жирные места земли. То есть это плоды земли. А тут быки, осел, овцы, это не относятся. Земля их не выращивает. То есть у тебя нет причин на меня обижаться из-за этого благословения. И он подчеркивает тоже, я с Лаваном проживал, то есть я был гером. То есть я не был хозяином, господином. Я послал сообщить господину моему, лимцо хеймбей нехо, найти симпатию в твоих глазах. Видите, подчеркивается уважительный тон Яакова к Эйсаву. Эйсав был, чувствовал себя обиженным, что Яаков занял первое место. Так Яаков специально посылает ему в уважительной форме. Снять эту обиду. Ваяшува амарохи меуякив гимер. Вернулись посланники к Яакову, говоря, боно эрохихо, мы пришли к своему брату, Эйсав Кейсову. Он в той же форме, как он был с ненавистью, «Вегам орех ликратха», и он идет тебе ликратха навстречу тебе, «Вабамейс иш имя», 400 человек с ним. Просто навстречу с братом не берут на родственную встречу 400 человек. «Ваиру Яаков мейт», Яаков очень забоялся, «Ваейцер ему стало тесно, неприятно». Что? То есть Раши говорит так. Он боялся, как бы Эйсав не шел его убивать,
А ему стало тесно и неприятно, чтобы ему не пришлось убивать Эсава. Он хотел, чтобы не было между ними стычки, что либо он убьет, либо будет убит. Этого он не хотел избежать. Есть интересный комментарий. Яков боялся, ему стало тесно. Что он почувствовал боязнь. Яков имел битахон, полагался всегда на Бога. Само то, что он почувствовал себя боязнь, то ему стало тесно, неприятно. Это уже само показывает, что ему что-то не... Он не на должном уровне полагаться на Бога. Само то, что он боялся, ему стало неприятно. «Ваяхац эсоома шаритей» разделил народ, который с ним. «Весацейм ветабокор вагмалим» мелкий скот, быков и верблюдов. «Лишней маханес» на два лагеря. Ваемер, он сказал, «Им йови эйсов эламахане оахас вейков», то он разделил для того, что если Эйсав придет на один лагерь и разобьет его, тогда воя махане ханишо лифрейто будет лагерь, который останется спасен. Я буду с ним воевать, и я не дам, чтобы он трогал второй лагерь. Медраж говорит нам, что то, что пишется про Якова, его отношения с Эйсавом, это то, что произойдет во время изгнания между Яковом и другими народами, под властью которых они будут жить. Так это тоже признак на будущее, что будет. Что даже если нападут на евреев в одном месте и уничтожат, но евреи в другом месте останутся. То есть это признак на то, что произойдет. Разделение на лагеря – это путь к спасению. Что если даже часть погибнет, другая часть останется. «Моей Марьянке», – сказал Яков, «Элегей ови Аврохом, Бог моего отца Авраама, элегей ови Ицхок, Бог моего отца Ицхока, одиной Бог, оймер Элай, который мне сказал, шу, вернись, ве арцехо, твоей земле, умиран твоей родине, ве идти во имах, я тебе сделаю хорошо с тобой». Почему Яков упоминает именно этими выражениями? Бог говорил с Яковом, обещал ему его охранять два раза. Первый раз там написано, что я тебя буду бери, охранять повсюду, куда ты пойдешь. Это Бог. Там написано, что я Бог. Бог твоего отца Авраама и Бог Ицхака. Это один раз. А второй раз, перед выходом, это в конце прошлой главы, Бог сказал ему, вернись в землю и родину, и я буду и сделаю тебе добро. Котенте, я стал меньше, Микола Хасодим, от всего добра, у Микола Эмес, от всей правды, аж Иосиса Авдехо, что ты сделал твоим рабом. То есть так, тут задается вопрос. Бог ему обещал его хранить. Так чего Якову бояться? Яков боялся, что, может быть, он что-то поступил не как надо. Обещание есть, но есть, когда Яков ведет себя как надо. А если он что-то вел себя не как надо, не как подобает, он боялся. Так это я стал меньше от того добра, что ты сделал. А что Иисус Савдеха сделал с твоим рабом. Кивы макли говарты са ярдой назе. Только с палкой я прошел этот Иордан. То есть я был один. Веато иси лишней маханес. А теперь я стал двумя лагерями.
дети, имущество. Я Иордан прошел, когда я уходил из земли Кнаан, то я был только с палкой. У меня больше ничего с собой не было. А теперь я превратился в два лагеря. Ацилени но. Спаси меня, пожалуйста, мияд охи, мияд исов. От руки моего брата, от руки Исава. Киори он их эйсей. Потому что я боюсь его. Пеньёвый вейкани. Как бы он не пришел и разбил меня, эймау боним. Мать с детьми. А. Приводится, что то, что было с Яковом, показывает будущее еврейского народа в изгнании. Пути, которыми евреи шли спасаться, пути, которые был Яков. Ну, то, что разделение на два лагеря, это уже как Бог ведет еврейский народ, что он живет в разных странах. А пути тут написано, что сейчас мы увидим, как он пошлет Исаву подарок, он молится, и если надо, то придется воевать. Есть интересный комментарий комментатора Ибн Эзра. Мы задали вопрос, что Яков боялся. Ведь Бог ему обещал. Вы сказали, что Яков боялся, может быть, он что-то в поведении с Лаваном или в других вопросах поступил не как надо. Обещание имеет место, если он не нарушил. Ибн Эзра комментирует это совсем по-другому. Ибн Эзра говорит так. За себя Яков вообще не боялся. У него есть обещание Бога. А чего он боялся? За жен и детей. Так он говорит, что я прошел только с палкой, прошел Иордан. Я был сам, только палка была со мной, больше ничего. А сейчас у меня есть два лагеря. Я боюсь, как бы он ни пришел и разбил маму с детьми. За себя я не боюсь. Я боюсь за жен и детей. За себя у меня есть обещание. Виато омарто, а ты сказал, и ты мог. Добро, я сделаю с тобой добро. Песамтия зарахо, я сделаю твое потомство, кехэйраем, как песок моря, а шерыи соферми рейф, который не будет сосчитан от множества. Помните, я упоминал комментарий Клиякара, что сравнение, как песок у берега моря, это сравнение положения евреев, когда народы на них стараются, хотят на них напасть, но потом отходят, как песок. Волны хлынут и отходят. Так из путей, что я еврейский народ делаю, то, что Яков делал, он молится Богу. Интересное выражение. Спаси меня от руки моего брата, от руки Исава. А почему не сказать короче? Спаси меня от руки Исава. Бейс Ариви говорит так. Яков просит, спаси меня от двух опасностей. Ведь еврейский народ подстерегает в изгнании две опасности. Опасность физического уничтожения и опасность духовная. Спаси меня от руки моего брата. Брататься с таким братом, как Исав, опасно для моего потомства. И спаси меня от руки Исава, который хочет меня физически уничтожить. Это двойная опасность евреев в Галуте. Ваёон шом багайлау, переночевал там в ту ночь. Ваика взял Минабо в Йоды, что пришел в его руку. Минхо подарок, Рейсовок, Исаву брату его. Довольно солидный подарок. Изимо саим ус йошим эсрим. Коз 200, козлов 20. Рахелим мосаим, овец 200, ваэлим эсрим, баранов 20. По-видимому, это естественное соотношение самцов и самок.
Гмалим мейники зубнеем шрейшим. Верблюды, кормящие их дети, 30. Порейс арбоим. Коров 40. Уфорим 40. А быков 10. Асынес эсрим. Ослиц 20. Вайорим асхов 40-10. Я считал, это где-то около 550 голов скота. Ваитейм бияда водов передал в руки своих рабов идр воды. Каждое стадо отдельно. Ваеймер водов сказал своим рабам и в рулефонай, пройдите впереди меня. Верева кто сему, сделайте простор. Бейнейдер у вейнейдер. Между одним стадом и другим. А для чего? Это значит, что проходит стадо 200 коз. Какое-то проходит несколько минут, 20 козлов. Еще интервал. Двести овец и так далее. Раша. Для чего? Раша говорит, чтобы насытить глаз. Чувствовать, что он получил большой подарок. Знаете, это психологически работает. Когда даешь один раз очень большой подарок, он очень большой, но чувствует, что он только получил один подарок. А тут идут козы. Затем интервал козлы. Интервал овцы и так далее. Глаз чувствует, какой большой подарок. А относительно будущего есть интересный мидраш, что Бог сказал Якову, там написано в Медраше по-другому. Яков молится у Бога, я тебя прошу, Бог, если ты приводишь беды на мой народ, что ты приводил их с интервала. То есть какое-то приходит какая-то беда, потом какое-то время более-менее спокойное относительно. Чтобы беды не шли одна за другой обычно. И действительно, так и было в большинстве времен. Байцабесо решен Реймер приказал первому, говоря, Киев Гошхо и Совохи, когда тебя встретит мой брат Исав, ушейхо Реймер, он тебя спросит, говоря, Ремиато, чей ты? Виона сыра, куда ты идешь? Улыме Ирафонехо, кому это перед тобой? Вамарто, скажешь, чей ты, Равдухов Яков, я принадлежу моему рабу, твоему рабу Якову. То есть Яков называется рабом Исава. Кому я принадлежу, то кто послал, я принадлежу твоему рабу Якову. Минхо и Шуха, а что это подарок послан Гадыни Рейсов, моему господину Исаву? Видите, он подчеркивает, еще раз, твой раб, твоему господину Рейсов, вейны гаму ахарейну, и вот так же он за нами, Яков идет за нами. Вайца в гамме сашини, он велел также второму, гамме сашлиши, третьему, гамме скола юхим, также все, кто идут ахарею адорим, за стадами, леймор говоря, кадавора за как эти слова, ты добру на лисов, говорите к Исаву, в мейцах и мейсе, когда вы его найдете. Вы амарте, и скажете, гам также и не авдехо Яков. Твой раб Яков Ахарину за нами. Киомар, потому что он сказал, ахапрофонов, я сниму его гнев, баминхо подарком, айреха с рефоной, который идет впереди меня, вахарейхейн эрефонов, потом я увижу его лицо, улай, может быть, исофоной, он уважит мое лицо. Интересно,
Вот то, что тут упоминается про подарок, это был проверенный путь евреев во все годы. Подарок. Королю, герцогу, губернатору и так далее, и так далее. И обычно это работало. Один из моих учителей пожилом возрасте мне рассказал, как он вел переговоры с Петлюрой. Дать подарок. Естественно, это было в форме дать подарок вдовам и сиротам Украины. Я рассказывал, как он вел переговоры, и евреев того местечка банды Петлюры не трогали. Ватавера Минхо Аупонов, подарок прошел впереди его, а он, сам Яков, он ночевал, Багайра Губа Махне, ту ночь он ночевал в лагере. Ваёком Багайрагу, встал он ночью, Ваика взял Эштей Ношов, двух жен, Вештей Шевхейсов и двух рабынь, Весахад Оссор Елодов и 11 детей, Ваявер перешел, Исмавар Ябек, переход Ябока. Ваикохим взял их, Ваяверей Месанохал, перевел их речку, Ваяверей он перевел и сошел их все, что у него, имущество. И тогда Ваивосер Якив Равады, он остался один, он должен был еще какие-то посуды перенести, и он остался один. Ваиёвик иш имей, боролся человек с ним, а далей са шохар до восхода зари. Кто был этот человек, который напал на Якова, и он с ним боролся? Кто это был? И как он выглядел в глазах Якова? Гемара в трактате Хулин, по-моему, 91 лист, говорит два мнения. Одно мнение – кеархи листус нидмары, это выглядело как… Листус – это бандит, а архи листус – архибандит. А другое мнение, каталмид хохам, как ученый человек Нидмарей показался ему. Между архибандитом и мудрецом есть большой интервал. Так, как мы дальше увидим, это был ангел Исава. И когда Яков остается один, без еврейской среды, так ангел Исава с ним борется. Эта борьба имеет две формы, две стороны. Есть, иногда он борется как бандит, и не просто бандит, архибандит, а вторая сторона, второй лик Исава, он борется как мудрец. Он говорит, смотрите, для вашей же пользы вы должны оставить эти предрассудки прошлого. И это два лика того же Исава. И он борется с ним всю ночь, до восхода зари. Ваяр, он увидел Килы Йохолы, он не может его победить. Ваига дотронулся Бахав Ерехой, горжечки его бедра. Ватыка вывихнулась Каф Ерех Якив, горжечка бедра Якова, боевки ими, когда он с ним боролся. Что значит он вывихнул ложку бедра? Пишут, что дети называются яйце Ерах, которые выходят из бедра. То есть
он не смог затронуть самого Якова, так он затронул его детей. Ваеймер сказал Шохене, отпусти меня, Киора Ашохар, потому что взошла заря. Ваеймер сказал он, Ле Ашалэй Хахо, я тебя не отпущу, Кимберахтони, только если ты дашь мне благословение, то есть ты признаешь мою правоту. Ваеймер сказал ему, Машмеху, а какое твое имя? Ваеймер сказал Якив. Ваеймер сказал, Ле Якив и Омер Эйт Шимхо. Не Яков будет названо еще твое имя. Ким Исраил, только Исраил. Почему? Слово Яков можно понять как обман. Яков – это от слова икев, пятка, что он держался за пятку. Но есть слово еще акав. Акав – это значит обхитрил. Слово Яков можно понять как обманул, а слово Исраил такого значения точно не имеет. Кисориса, ты был важным человеком. Слово Сар – это важный. Имя Легим, имя ношим и с людьми ватухо. Имя Легим можно перевести с Богом, перед Богом. А можно перевести с ангелом. Ты был важным человеком перед ангелом и с людьми. И ватухал сумел. Ваишел Яков. Спросил Яков, Ваеймер сказал, Агидо Нашмехо, скажи, пожалуйста, твое имя. Ваеймер сказал, Гомозет и Шаулишми, почему ты спрашиваешь мое имя? Ваеворех и Сишом, он благословил его там. Что ты спрашиваешь мое имя? Раши говорит, что ангелы не имеют своего постоянного имени. Их имена меняются, соответственно, тому, на что их посылают. Малах – это только ангел, это посланник. Он не живет собственной жизнью. Он посланник Бога. На что его Бог посылает? В этой функции он находится. И тогда его имя такое. То есть он признал правоту Якова. Ангел Исава признал правоту Якова. И это будет. Ваикро Яков назвал Яков Шима Моким Пниэл. Это лицо ангел. Кироиси Элохим. Я видел ангела, понимал по ним, лицом к лицу. Ватиноцил навши. Спаслась моя душа. Вообще слово Элохим это как сила. И поэтому это упоминает, этим словом пользуется, когда говорят о Боге. Это сила всех сил. И иногда это ангел, а иногда это и судьи. Судьи тоже Элоким. Сила. Так он назвал это место Пнео. Видел ангела Бога лицом к лицу и спасся. Ваизрахэ яшемеш. Засияло ему солнце, кашер оварес пнуев, когда он прошел пнуев, был цейрея ауерехей, а он хромал на его бедре. Аукейм поэтому, гейеху в неистроев, сыны Израиля не едят из гида ноше. Жилу, которая тогда там вышла, это особая жила, ашер алкаф айорех, который на горочке бедра, адаемазе, до сегодня. То есть эту жилу нельзя есть. Это закон Торы. Эту жилу надо вытащить и убрать. Киногабы хав ерех Яков. Он дотронулся до горлышки бедра Якова. Бегида ноше. Вот до этой жилы. Комментаторы говорят, что Яков, что дети Якова, смысл этого предложения. Дети Якова чувствовали себя виноватыми, что они оставили папу самого, и на него кто-то напал. Память этого они не едят гида наше. Но это в любом случае, это закон Торы. Есть запрет, есть эту жилу, и надо ее вытаскивать. Непростая работа ее вытащить полностью.
Это люди, которые этим занимаются, знают, как это делать. Маисо Яков Эйнов. Яков поднял свои глаза, Ваяру увидел. Вина Исов пришел. В имя Арба Маисиш. А с ним 400 человек. Ваяхаце Саюды. Он разделил детей. Аулею Бау Роху. На Леви Роху. Ваушты Ашфохес. И на двух служанок. Вайосем поставилась Ашфохес, служанок. Вес Яудеи мир детей решено первыми. Вес Рейови Родео охраним. И Лей ее детей последними. Вес Рохо Вес Гейсев и Рохо Гейсев охраним последними. Видите, слово охраним в тексте на Торы не значит последние. Можно это перевести как следующими. Вы же видите, слышите тут, Лея и Ладео охраним, а потом Роху и Ейсев за ними. То есть Ахарон за ними, следующим. Есть в записях Агро из Вильны, он пишет, что это говорит о будущем еврейского народа. Тоже написано, служанки, ее дети первые, затем Лея и ее дети, а затем... Ейсев и Роху, он говорит так, что будет, во главе народа будет Иреврав, сборище большое, так сказать, которые будут давить еврейский народ. За ними будут простые евреи. Это символизирует Лею и ее дети. А за ними... еще более униженными будут Талмидей Хахамим, Цдаки Торы. Так агро выражается. Мне кажется, что мы это видим нашими глазами тоже. Вы у Абалифне, он прошел впереди них первый, по Иштаху Арсо поклонился до земли, Шева помним, 7 раз, Адги Што Адахив, до того, как он подошел брату. Вайорац Исов ликросы, побежал Исов ему навстречу, Ваихапкею обнял его, Ваипилал Цаворов, упал ему на шею, Ваишокею поцеловал, Ваивку и они плакали. Интересно, на Ваишокею в свитке Торы есть точки. В самом свитке Торы. Так и на Кудот и Тамим нельзя, чтобы было свитки Торы. Но вот эти точки должны быть в нескольких местах. Раши приводит 2 мнения. Значит, ну, раньше Раши говорит, он его обнял, после того, как он видел, как он кланяется, так он, его сердце смягчилось, и он его обнял. Теперь на слово Ваишокею есть мнение, он не поцеловал всем сердцем. А Рав Шима бен Йохай говорит, нет, обычно он так и ненавидел Якова, это правило. Но тут он его пожалел и поцеловал всем сердцем. Ваисо Эсейнов поднял глаза, Ваяра Эсаношим, увидел женщин Эсайродим детей. Ваеймер сказал, Мирело, кто это у тебя? Ваимер сказал, это Хайродим, это дети, а Шахонан Элехиме Савдехо, что Бог помиловал твоего раба. Так они шли по порядку. Самый первый, как мы уже читали, был Яков. А дальше? Ватыгаш наш Фохес. Подошли рабыни, то есть Билла и Зилпа, и Новый Алдеем, они их дети. Ватиштахавену поклонились. Ватыгаш подошла Гамриеви Родео, ее дети, Ваиштахову, поклонились. Вахара потом, Нигаш подошел Ейси Верохо, Ваиштахову поклонились. Вайома рассказал, Милохо, кто это у тебя? Коа махане азеша погошти. Весь лагерь это, что я встретил. Простой перевод он имеет в виду, те, которые принесли подарки. Ваеймер сказал, Лимце Хейн, найти симпатию Бейны Адыни в глазах моего господина. А,
Это интересно, что подарок влияет на Исава, как мы уже говорили. Ваимер Исав, Исав сказал, есть ли ров, у меня есть много. Ох, мой брат, Илахуашалох, пусть будет у тебя, что у тебя. Слышите, как Исав говорит про имущество, про добро? У меня есть много. Он любит, что есть у него много. Во имя Янкив сказал Яков, ало нет, имно моцоси хэм бейнехо. Если я нашел, пожалуйста, нет, есть, пожалуйста, если я нашел симпатию в твоих глазах, в руках то минхоси ми йоды. Ты возьмешь мой подарок от моей руки, кяукей роиси понехо, потому что я видел твое лицо, кирейс пнеяреим. Как будто я видел лицо ангела в отрицении, ты меня принял. А, почему Яков это упомянул? Очень просто. Чтобы Исав про себя подумал. Яков встречается с ангелами, лучше мне с ним не начинаться. Кажется, Мидраш говорит на это так, что кто-то встретил другого, говорит, и тот подал ему блюдо. Ой, говорит, это блюдо совсем как у царя, который я пробовал. Тот говорит, если он имеет дело с царем, лучше с ним не начинать. Гахноэс бирхоси, прими, пожалуйста, мой подарок, ашеу восхох, что было принесено тебе. Кихана не рим, Бог меня помиловал, бехиешли хейу, у меня есть все. Что значит, у меня есть все? У меня есть все, что мне надо. Вот это большая разница в отношении к имуществу, к добру, между Яковом и Исавом. Как Исав относится к этому? Много, много, много. Хочешь, чтобы было много. А у Исава что? Ешли хоу. Все, что мне необходимо, у меня есть. Мне то, что мне надо, у меня есть. Ваив царбей, уговорил его. Ваги кахом все. Видите, Исав изначально не хотел принимать подарок. Я читал, рассказывает про Хафец Хаима такую историю. В каком-то местечке были проблемы с властями. Советовались с Хафец Хаимом. Что делать? Он говорит, ну, делайте то, что написано в Торе, подарок. Он говорит, да, говорит, но он не хочет принять подарок. Он говорит, скажите, а вы его уговаривали? Нет, говорит, мы этого не делали. Ну так вы же не делали, как написано в Торе. В Торе написано «Ваифцар», уговори. Уговорили, он принял, и все встало на свои места. Во имя сказал, «Нисовен Элехо, поедем и пойдем, вейхолен Экдехо, я пойду в соответствии тебя». То есть я пойду медленно твоими темпами. Ваеймар его, сказал он ему, адей не едея, господин мой знает, киайродим раким. Дети мягкие, слабые, ваацим ваабокар, мелкий скот и крупный скот, олес, который воспитывает своих детенышей, олой это на мне. Утфокум емехот, если будут гнать один день, во месяц вымрут колодцы им весь скот. Я не могу идти быстро. Я варну адейни лифней авды. Пусть господин мой пройдет впереди своего раба. Вани снаула идти, а я буду медленно идти. Верегерам роха, соответственно, по ногам работы ашелофоны, которые передо мной, урегера и родим, по ногам детей, адашар обе адейни сеира, пока я приду к моему господину в сеиру. Ну, Яков пришел.
Гемара говорит так, что если ты встречаешь человека, ты опасаешься, что он бандит, и он тебя спрашивает, куда ты едешь, да куда ты идешь, скажи подальше, чем ты едешь. Что он подумает, у него еще время, когда он может напасть, а ты в середине уйдешь. Так Яков сказал, я приду. Ну, он придет с приходом Машиаха. Ваеймар Исав, сказал Исав, ацигано имхо, я оставлю с тобой миноом из народа, а шариты, которые со мной. Ваеймар сказал, гомазе, почему это? Эмцохейн, я найду симпатию в бейне адыне и в глазах моего господина. То есть, зачем мне делать это добро, что мне не надо? То есть, Эйсов хотел оставить тут своих людей, а Яков хотел этого избежать. Он не хотел влияния людей Исава на своих детей. Он хотел держаться подальше. Помните, мы говорили, что Яков, как он молился, спаси меня от руки моего брата и от руки Исава. Есть опасность братания с Исавом, а есть опасность Исава как бандита. Так он не хотел, чтобы были его люди близко к его детям. Ваёша вернулся Баемау в тот же день, Исав дал ей свою дорогу, Саира в Саир. Яков, а Яков носа ехал с Укейса, воевал рыбой, построил себе дом, у Микнею для скота оса сукиц, сделал будочки, а Укейм поэтому Корошим Амоким назвал имя того места Сукейс. В нашей главе дальше есть еще кусочек про Дину. Не простой кусочек, что было и как было. Я, может быть, скажу своими словами, что Дина вышла посмотреть, и Шхем ее увидел и захватил. Захватил, изнасиловал, и он ее захотел. А Шхем был сыном хозяина города. И тогда были и города государства, сын царя города. Так Шхем сказал своему папе Хамор, тоже интересное имя Хамор. Возьми мне эту девочку в жены. Яков услышал, что осквернили его дочка Дина, а сыновья были со скотом. И Яков ждал, пока не придут. Яков не хотел сам с ними вести переговоры. Хамор, отец Шхема, пришел к Якову говорить с ним. Но переговоры были, когда сыновья Якова уже пришли. И люди приняли очень к сердцу сыновья Якова. Было им очень досадно, что он сделал такую подлость. Лежать с дочкой Якова. Так не поступает. Так Хамор стал с ними говорить, мой сын Шхем, он хочет вашу дочку, дайте мне ее в жены. И давайте породнимся. Ваши дочки вы нам дадите, а наших дочек вы возьмите себе и будете сидеть с нами вместе. А Шхем говорит, я найду симпатию у вас. Что вы мне скажете, я дам. Большие подарки, обещания, все, что хотите. Теперь сыновья Якова ответили Шхему. Любопытно. Присутствовал ведь Яков. А почему сыновья говорили? Интересно. В главе Хаисора приводится так, что когда говорили о в сватовстве Ривки, так там написано, ответили Лаван и Псуэл. Так Медраш подчеркивает, Раша говорит, что Лаван был наглецом. Есть папа. Когда есть папа, что ты выступаешь? Это неприлично. Есть папа, папа говорит, ты молчи. Ну, а почему же тут сыновья Якова вели переговоры
присутствии Якова, а? Очень просто и понятно. Вести переговоры о сватовстве Ривки – это уважаемые действия. И почетные действия надо отдать почет папе. А вести переговоры, когда изнасиловали Дину, это неуважаемо. И не для Якова вести эти переговоры. Поэтому присутствие Якова и с его желанием вели переговоры сыновья. Сыновья вели переговоры, это было согласие Якова. Было, уважаемо было, чтобы сыновья вели переговоры. Так ответили сыновья Якова, Шхем и Хамор, с хитростью и говорили, что мы не можем это сделать, дать нашу сестру человеку, который не обрезан. Для нас это позор. Быть необрезанным – это позор. Мы можем согласиться с вами только с одним условием, чтобы вы были как подобны нам, что все мальчики, все мужчины делают обрезание. Тогда мы дадим нашего дочек вам, а ваших дочек возьмем нам. Мы будем вместе сидеть, станем одним народом. А если нет, не послушаете, мы возьмем нашу дочку и пойдем, и уйдем. Это понравилось в глазах Хамора и в глазах Шхема. И они не задержали это делать. А он уважаемый в доме отца. И они пришли к воротам города и стали их уговаривать, чтобы они все сделали обрезание. Тут тоже интересное выражение. А эти люди, они полноценны с нами, будут жить в стране, будут вести торговлю, а земля просторная. Но тут они перевернули. Наших и их дочек мы возьмем нам, в жены, а наших дочек дадим им. Я не очень понимаю, что значит, кто даст и кто возьмет теперь. Когда они говорили сыновьями Якова, они говорят, вы возьмете наших дочек, а ваших дочек вы дадите. А тут жителям города они перевернули. Их дочек мы возьмем, а наших дочек мы дадим. Это они перевернули. Но только с этим условием люди согласятся быть с нами одним народом, когда мы сделаем обрезание у нас так же, как они делают обрезание. Тут есть одна фраза дальше. Их скот, их имущество, весь их скот, ведь они наши. Только мы согласимся с ними, и пусть сидят с нами. В этой фразе лежит, по-видимому, что они имели какие-то планы это забрать себе. Их скот, их имущество, весь их скот, это наши. Только мы согласимся с ними и будут сидеть с нами. Послушали Хамора и Шхем его сына, все вышедшие ворот города, и все сделали обрезание, все. На третий день, когда они были больные после обрезания, два сына Якова, Шимона и Леви, братья Дины, почему называются братья Дины, они ревновали за ее позор. А каждый взял свой меч, пришли на город спокойно и перебили всех мужчин. Хамора, Шхем убили мечом и взяли Дину и вышли. Теперь, написано, так это сделали только эти два сына, Шимон и Леви. Яков говорит к сыновьям, к Шимону и Леви, вы сделали мне мутно, что я нехорошие отношения с жителями страны к Нане и Фризе, а я считанное число людей. Они могут собраться на меня и перебить, и я буду уничтожен, я и мой дом. То есть Яков имел на них претензии. Но совершенно непонятно, на что он имел претензии. Ведь приговоры велись в его присутствии и естественно, с его согласия. Переговоры вели они, но в его присутствии и с его согласия. В чем же была претензия Якова? Просто по ходу бритмены, что все мужчины взяли бритмены, а они взяли перебить.
Ну, а что думал Яков? Яков хотел оставлять Дину там. Так что тут, на что Яков, за что Яков выговаривает Шимон и Леви? За что? Ведь это было в его присутствии предложение, что мы не можем с вами породниться, потому что мы, не, мы делаем обрезание, вы не делаете, а для нас не обрезаны, это позор. Что? Так, так читается из главы. Так читается из главы. Давайте, давайте почитаем. Тут написано, Яков молчал, пока не пришли. И Хамор, отец Шхема, пришел к Якову говорить с ним. Значит, кому он пришел говорить? Якову. А Яков молчал, пока сыновья не придут. А когда сыновья Якова пришли, так они вели переговоры. То есть это было, я понимаю, даже и в присутствии Якова. Так. Да? Так что, Яков хотел с ними породниться и оставить Дину? Определенно нет. И Яков же согласился. Что же он их обоговаривает? А? Что вы думаете? Рамбан говорит очень просто. Яков слушал их предложение, но Яков понял, что они хотят, чтобы они сделали обрезание, и тогда они будут слабы после обрезания, и это подходящий момент забрать Дину и уйти. А Шимон и Леви, как говорится, перевыполнили план. Они перебили всех жителей города. Так Яков имеет претензии на перевыполнение плана. Забрать Дину надо было, а всех перебивать опасно. Это так объясняет Рамбан. То, что Яков имел претензии. Теперь, сыновья Якова оправдываются. Воем рассказали о Хизино, как сраратный девушка Ясы, он сделает Асахи Сейну, с нашей сестрой, как с ратной женщиной. Как мы могли такое оставить безнаказанно? Интересно. Но Яков не согласился с их ответом. Это мы видим в дальнейшем. Перед смертью он их выговаривает. Проклятый гнев. То есть у Шимона и Леви было чувство гнева, это как огонь, и оно в данном случае было в благородном направлении, но оно было невзвешенным. Огонь. Огонь сжигает все. Огонь не знает рамок. Интересно, что через много поколений, через несколько поколений, мы встречаем потомка Шимона и потомка Леви. Но с двух сторон баррикад. И оба кипят. С одной стороны Зимри бен Соло из корена Шимона, которые занимались развратом с дочерями Моава, а с другой стороны Пинхос, потомок Леви. Видите, кипение, натура осталась. Тоже кипение. Но оно проявилось в разных направлениях. Как известно, колено Леви в Египте отдавались изучению Торы. Леви жил дольше всех и обучал детей Торы, и его дети, внуки, правнуки этому отдавались. Приводится Мидрашим, что когда всех вызвали, фараон объявил о всеобщем, как говорят, субботнике, то колено Леви не пришло.
Они сказали, послушайте, все хорошо. Максимум мы не получим орден доблестного гражданина Египта. Не получим. Ну, проживем без ордена. У нас есть более важные занятия, они занимались Торой. Так они были особые. И вот этот, у них было кипение и у Шимона, и у Леви. Но кипение, огонь не знает границ. А Тора выковывает человека и ставит рамки, где, как и что. Поэтому на 40-м году их странствование в пустыне, так они встретились с двух сторон баррикад. Оба с огнем, с кипением гнева. С одной стороны Шимон. Вы будете нам указывать, как нам жить? Мы старше вас, мы сами знаем. Не указывайте, как нам жить. Вы будете нам указывать? То есть он кипит за свой личный почет и почет своего колена. А с другой стороны, это Пинхас. Это иметь отношение с гойками, с нееврейками, это же оскверняет весь еврейский народ. Так Пинхас кипит за почет Бога. И в колене Шимона Зимри кипит за почет своего колена. А Пинхас кипит за почет Бога, за почет еврейского народа. Видите, то же качество можно использовать по-разному. И Тора имеет силу, чтобы гнев очистился и был в верном направлении. Каждое качество имеет свое место. Но надо знать, где и как. А изучение Торы помогает исправить все свои качества.